Главная задача губернаторской программы «Активное долголетие» – вовлечь пожилых людей в творчество, получение новых знаний и навыков. А как известно, для здорового духа нужно здоровое тело. На Талсинской, 47, находится Щелковский филиал комплексного центра социального обслуживания населения «Королевский». Неофициальное название – «Центр забота». Именно здесь забота о людях старшего возраста и инвалидах регулярно проходит мероприятия в рамках «Школы здоровья». На них сотрудники Щелковского центра здоровья проводят важные в пожилом возрасте обследования, измеряют сахар в крови и артериальное давление, а также читают профилактические лекции на самые разные, волнующие посетителей темы. Наша общая задача – сохранение здоровья граждан пожилого возраста и инвалидов. Встречи эти очень важны, так как продолжительность жизни в стране у нас увеличилась, поставленные задачи выполнили, а теперь важно улучшить качество граждан пожилого возраста и инвалидов, ну, в первую очередь, через сохранение здоровья. Виктору Онекину 70 лет. Четвертый год он посещает реабилитационную группу Центра заботы и никогда не пропускает мероприятия школы здоровья. Как у нас приходит медицина, так мы на школе здоровья не пропускаем. Нина Огородникова тоже посещает школу здоровья регулярно. Очень этому рада. Хожу в заботу несколько лет и всегда присутствую на вашем мероприятии. В Центре заботы для посетителей созданы все условия для активного долголетия. Чтобы старость была в радость, а так звучит девиз центра, в нем предусмотрены посещения для игры в шахматы, настольный теннис, коллективной гимнастики, развитие компьютерных навыков, а также столовая и тренажерный зал. Вот так и живем. Многочисленные грамоты на стенах центра говорят о том, что сюда приходят люди с действительно активной гражданской позицией. Сохранить ее на долгие годы поможет сотрудничество с Центром здоровья. Мы сотрудничаем уже 5 лет с Центром заботы. Вообще работается здесь замечательно, потому что здесь персонал выше всех похвал, доброжелательный, грамотный, на все откликаются, готовы всегда на любое мероприятие пойти. И наши посетители, пожилые люди, тоже очень активные, очень веселые, очень организованные и, в общем, всегда откликаются на наши предложения, замечательные. Виктория Мельник, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.